Маша Шукшина вызвала новый скандал своими высказываниями о ток-шоу и развлекательных программах. Эпатажный Сергей Соседов не смог сдержать злости после публичных заявлений актрисы о том, что они являются оружием информационной войны против России. Шукшина также высказала мнение о необходимости замены развлекательного контента на воспитательные программы и съемки героев СВО. Недавно актриса попала в немилость многим, в том числе и к Соседову. «Я не против развлечения, но если это будет сплошное развлечение, без мыслящего, вдумчивого контента, мы воспитаем прекрасную нацию дебилов», — сказала Шукшина. Актриса Мария Шукшина стала объектом критики со стороны музыкального критика Сергея Соседова. В своем заявлении он выразил недовольство по поводу слов актрисы. Соседов публично ответил на заявление звезды и посоветовал ей заняться делами своей семьи, которая, по его мнению, находится в непростой ситуации. Это всего-навсего ее мнение, очень незначительное. Россияне разберутся без Маши Шукшиной, что им смотреть, а что нет. Не надо строить мессию и себя считать прокурором российской жизни. Пусть займется делами своей семьи, что там у них творится, пусть этим занимается. Не надо заниматься жизнью россиян, высказался Соседов.